Ну что, займемся тихой охотой, да? А рыба из Москвы, рыба из Невы, это очень полезно, попробуйте вы. Ведь у судачка хороши бачка, а также вкусные крылья и окорочка. Есть в обеих столицах места для хорошей рыбалки. На Васильевском корюшка, а на Кремлевской бычки, я ж говорил. Если вдруг на работе процессы ни шатка, ни валка, отпросись на часок, выходи, поуди, рыбачок. Ведь рыба из Москвы, рыба из Невы, это очень полезно, попробуйте вы. А у судачка хороши бачка, а также вкусные крылья и окорочка. С экологией рек в двух столицах все просто блестяще, и полно рыбаков на гранитных крутых берегах. Можно встретиться с рыбой на трех языках говорящей. И ходящей по суше на трех симпатичных ногах. Ведь рыба из Москвы, рыба из Невы, это очень полезно, попробуйте вы. А у судачка хороши бачка, а также вкусные крылья и окорочка. Ведь рыба из Москвы, рыба из Невы, это очень полезно, попробуйте вы. А у судачка хороши бачка, а также вкусные крылья и окорочка. Ой, а какой прекрасный ёрш в Москве!